невозможно представить. В сегодняшнем эпизоде, зажатые между правдой и вымыслом, все становится безнадежно размытым и ужасающе отчетливым. Только в Night Springs. Перед вами воин света. Он участвует в борьбе света и тьмы. Борьбе древней и вечной. Он охотник, преследующий опасную жертву. Предвестника тьмы, своего зловещего двойника, известного как Мистер Скорпион. Возможно, но что потом? К тому времени я дотянусь до всего, что тебе дорого. Тьма, окружающая берега нашей реальности, извергла человека. Его ждал решающий бой в Night Springs. По-старому, да? Человек был писателем. Он и сейчас практикует это искусство, создавая орудие войны из своих идей. Но безжалостные течения, которые бросили его здесь, разметали по миру все написанные им страницы. Огни мотеля сулили безопасность. Человек почувствовал, что выход из его положения берет начало здесь. Где-то на земле было разорвано само пространство. Оттуда, из темных глубин, извергались орды чудовищ. Человек понял, что здесь не обошлось без его злобного двойника. Он знал, что должен положить конец этому безумию. Пора отсюда валить.
Есть тут кто? Эй, это ты? Ты помнишь меня? Эмма. Эмма Слоун. Я думаю, у тебя есть что-то, что принадлежит мне. Правда? Машинописная страница. О, да, вот странно. Я и вправду нашла страницу. Даже не знаю, откуда она взялась. Это странная история про нефтяную вышку и спутник. Да, ее-то я ищу. Уж не знаю, как ты понял, что она у меня, но, видимо, она твоя. Слушай, а что вообще происходит? Там какие-то жуткие ребята ошиваются около вышек. Что с ними не то? Они опасны. Я разберусь с ними. А ты постарайся не попадаться им на глаза, хорошо? И держись на свету, они ненавидят свет. Воин света узнал страницу, полученную от женщины. Это оружие создал он сам. Оно должно было помочь уничтожить темный портал. Если воссоздать описанные на странице условия, великая сила вырвется на свободу. Вот дьявол, это не к добру. Запись идет? Как это вообще понять? Прости, я не очень дружу с техникой. Стой! Воу! Так, с этим все. Разделилась надвое, чтобы уйти от ненавистного света. Такова арифметика.
Ну и вляпался. Так, осталась еще одна. Что-то мне подсказывает, что огневая мощь не помешает. Вот и все. Человек нашел аккумулятор, но он разряжен. Его потребуется зарядить. Этот аккумулятор надо зарядить. Без проблем. Вот, держи. Спасибо. Кажется, мне пора переходить на полный автомат. Даже грустно осознавать, сколько проблем решает картечь. Thank you.
Пора внести несколько важных правок. Я здесь! Сиди там и не высовывайся! Кажется, их стало больше! Да, я, кажется, заметил. Последний, прорвались. Это еще что за черт? Все, все, я с ними справился. Ты в безопасности. Расскажи мне все, что знаешь о нем, этом парне, который выглядит как я. Он, ну,
Там была вечеринка в одном из номеров. Весьма фривольная. Я точно не помню, в каком номере. Ты не пошла? Я нет, не пошла. Но там что-то пошло не так. Короче, я слышала, что он пошел в столовую. Там была драка или что-то такое. Может, ты там сможешь что-то найти. У меня есть ключи, и может пригодиться. У тебя чисто случайно оказались ключи, да? Ладно, пойду гляну. Будь тут. Черта с два. Как только ты уйдешь, я сваливаю отсюда. Закрываю гараж и иду домой. Эмма, тебе правда лучше остаться здесь, на свету? Ага, спасибо за совет. Но я тут не останусь. Иди уже, ладно?